Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». Она стихи замечательные поэтессы Веруни Шумиловой. «Экспромт» — романс такой чужой, но почему родной? Музыка исполнения самого Дубовича из цикла «Жившая поэзия». Такой далекий, такой чужой, без трех свиданий, без ночной услады. Такой чужой, но почему родной, сквозь все дороги многие преграды. Я прячу мысли в заветном тайнике, вам ключ хочу отдать среди этой ночи. Но все ключи в взломанной руке. Она один, отдать вам срочно ключи. Но сердце против, вы такой чужой, ответ у тайника досадно жмется. Такой далекий, но такой родной, и сердце почему-то сладко бьется. Оно желает рядом с вашим быть, без отдыха и сна в любви купаться. Любим быть в ответ сильнее любить и вожделенно вашим наслаждаться. Такой далекий и такой чужой, без встреч свиданий, без ночной услады. Такой чужой, но почему родной, сквозь все дороги многие преграды. Такой далекий и такой чужой, без встреч свиданий, без ночной сладкий, такой чужой, но почему родной, сквозь все дороги многие преграды. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт», стихи Верона Шумилова.